Здравствуйте! Сегодня мы хотим вас познакомить с пряжей Коко, производства Италии. Хотим сразу обратить ваше внимание на то, что эта пряжа – новинка в мире итальянской моды. Для изготовления подобного плетения нити нужно специальное оборудование и акрил нового поколения HB – суперлегкий. Пряжа собой представляет полый шнурок. За счет такого плетения изделие получается объемным, но очень легким. Мериносовая шерсть, 10% полиамид и 20% акрил нового поколения HB. В 50 граммах 125 метров. Несмотря на подобный метраж, в изделии пряжа выглядит в два раза объемнее, чем любой другой классический аналог подобной толщины. Внешне пряжа похожа на фетр или войлок, без блеска, оттенки спокойные, приглушенные. Если вы имеете представление о знаменитых изделиях австрийской марки Geiswein, то сможете представить точнее, как выглядит жакет из этой пряжи. При обработке готового изделия паром появляется эффект велюра. Пряжа великолепно держит косы. Любой объемный рисунок смотрится особенно удачно. Несколько слов о цветовой гамме. Только 4 цвета окрашены однородно. Натуральный 54-48, незрелый лимон 54-49, черный 54-51. И фиолетовый 54-76. Остальные же цвета креативные. Креативный цвет создается таким образом. Еще не крученный топс окрашивает в определенный цвет. Затем волокна нескольких разных цветов или оттенков смешивают, и только потом происходит процесс прядения в единую нить. Цвет 54-60 – разбеленный фисташковый. 54-61 – разбеленный бежевый с легким персиковым оттенком. Смешанный шоколадный цвет с золотистым. 54-58 – фиолетовый смешанный с черным. 54-54 – темная морская волна с проблесками темно-зеленой бирюзы. 54-55 – бордовый с синим, пурпурный. 54-63 – бордово-вишневый с легкими вкраплениями черного. Общее впечатление – бордово-вишневый. 54-50 – некрашенный натуральный средне-серый. 54-64 – креативный сине-черный. В целом цвет выглядит как глубокий синий – неви. Изделие этой пряжи невероятно теплое, благодаря великолепному составу и объемной нити. Мы рекомендуем вязать изделие неплотно, спицами 4-4,5. Пряжа великолепно складывается в несколько нитей. Если вы хотите получить более объемное изделие, вот такую модную шапочку мы предлагаем вашему вниманию. Изделие связано на спицах 12 средней плотности, в 3 сложения. Расход 3 мотка.